каким презрением вы мне сказали «нет». С каким изяществом вы обрекли на муку остаток дней моих, как пережить разлуку с монархиней, когда ей служишь столько лет, когда ей служишь столько лет. Порою сердце мне томит любовный бред, в отчаянии хочу поцеловать вам руку, но вы, притворную выказывая скуку, твердите: ах, какой несносный сердцеед! Увы, как часто мы, влюбленные, зависим от ласковых угроз, от этих колких писем, что только говорят о вас и обо мне. Притворство бы меня совсем не обижало, когда бы каждый слог в невинной болтовне мне не вонзался в грудь. Смертельнее